Всем привет, с вами радио Константин. О май гад. И сегодня мы едем по МКАДу в сторону дома. Очень отвратительную погоду, плюс один дождь. Грусть, тоска. Теплая курточка. А как у вас дела, друзья? Что сегодня делаете вы? Какие планы? Чем занимаетесь? И вообще, расскажите что-нибудь. Вопрос от Никиты. Костян, от жены твоей привет. Моей жены? У меня есть только бывшая жена. Но вряд ли ты с ней там тусуешься. У тебя куртка грязная слева. Лево где? Где лево? Если это право, то лево здесь. А если у вас зеркальное отражение, то лево здесь. Но вроде все чистенько. На работе, Кэт нам говорит. Кэт на работе. Кэт, ты молодец. Все остальные бездельники. А на работе нужно работать, а не в Инстаграме сидеть вообще-то. Сейчас увидит шеф, тебя наругает, по жопе тебе даст. Кэт, чем занимаешься на работе? На дорогу смотри. Смотри на дорогу, потому что пробки. Москва — это пробки, поэтому... Тут безопасно, иногда можно посмотреть чуть-чуть в телефон. Так, что еще новенького? Привет, привет, привет. Постель, сон, сериал, кайф. У Ольги отличный день. Постель, сон, сериал, кайф. Мужика тебе не хватает, Оля, мужика. Чтобы... Сон был крепче. Всем помахать, махай. Москва — это пробки, да? Переезжай в Хабаровск. Хабаровск плохие уже у дороги, кстати. Мне не очень понравился Хабаровск. Так, что за машина у тебя? У меня машина. У нее есть руль, 4 колеса. Обычная машина ездит на бензине. Так, что, Людочка, что еще? Привет всем. В общем, я вышел ненадолго, так поздороваться. Если живые у меня здесь, перекличку сделаем. Живых немного, но они есть. В Хабаровске нет дорог. Да, в Хабаровске все очень нехорошо. Климат там тяжелый, люди немножко тоже тяжелые. Так. Ну что еще? Ну и все, в принципе. Перекличка закончилась. Было приятно с вами пообщаться. Всем расходимся. Операция «Горох», рассыпаемся. Все занимаются своими делами. Всем спасибо, кто был со мной. Это были чудесные 3 минуты. Самые лучшие в моей жизни. Ничего так быстро никогда не заканчивался, как этот эфир. Как красиво уйти бы еще отсюда, а? Как так вот одной рукой выйти? А, нет, что-то написано. Давайте посмотрим. Так. Удачной дороги. Спасибо. Спасибо. Удачной дороги. В планах люди тяжелые. По Хабаровске? Вообще, дальневосточные девчонки, девушки, Хабаровск, Владивосток, они почему-то, как говорят, знаете, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Вот у нас девчонки, они все такие важные, ну, может быть, и есть почему строят из себя, но такие все важные. Я как-то был на Пхукете, и чувак австралиец, ну, нормальный мужик, там, общался с девчонками, с нашими, они там, во-первых, на пляже все они... То есть был там, есть такой клуб там, пляжные клубы. Ну, все люди, иностранцы, все одевают, ну, сланцы там, не знаю, кроссовочки. Ну, девчонки. А наши приходят, если на каблуках там, доски, получается, пляжные, ну, клубы пляжные, они всегда такие немножечко, ну, такая богадельня все равно. Если когда свет включается, это богадельня. А девчонки туда приходят такие на каблуках там и проваливаются в эти щели, деревянные, настил.
Но суть в том, что, короче, мужик и австралиец увидел в них богинь. Прямо он там вообще вот так. А они фыркали так на него. Хотя пользовались всем, что он их угощал. То есть они принимают все, что он дает им, но общение ему какое-то, знаешь, так, типа... Он говорит, вот проблема. Я говорю, да это Владивосток стайл. Владивосток стайл, девчонки просто. Ну, вот такие вот они. Наебенивают, что наебенивают. Ну, короче, вот так вот. Вот. Я к чему говорю-то? Вот такой характер у дальневосточных девчонок. Все время наебенивают. Так. Так, что еще нам пишут? Хабаровск, крутой город, Дальний Восток, это вообще круто, бесспорно, это круто, очень красиво, я бы прежде всего сказал. Так, это очень красиво, Дальний Восток, это красиво. В плане люди тяжелые, только что рассказал, привет. Новый набор же идет, куда идет набор? На Дом-2 идешь? Конечно, иду на Дом-2! Вчера позвонили, говорит, приходи. Ведущим за место Ольги Бузовой. Я говорю, да я не хочу, говорю, что-то... Опять эти рожи, говорю, не хочу. За Кадо не пойду, за Бузову не пойду. Так, при... На Дальнем Востоке хоть... Чурбаны не выделываются. И там быстро на место ставят. Не знаю. Это, как говорится, знаете, не от этого вообще зависит. Где там кто выделывается, кто там на место кого ставит. Что-то я здесь тоже не вижу прям, там что-то наименее вот по этому поводу. Приедь, походу все лентяи, которые сами зарабатывают, не могут, придут на Дом-2. Да нет, это образ жизни, просто там есть какая-то особая магия, почему тебя тянет, там есть тщеславие, ты тут приходишь, что тебя начинают узнавать там люди, это как бы один момент это приятно, другой момент ты, конечно, устаешь от этого, но а когда этого нет, тоже как бы что-то вроде не так, что-то ощущается. Есть такой момент тщеславия, такая магия немножечко. Я, слава богу, от этого отошел. У меня был такой тоже момент, что люди перестали меньше меня узнавать, меньше подписчиков стало присоединяться, и вообще отписки. И вот вас сегодня 40 человек, и а раньше было здесь и 1000 бывало. Вот, поэтому это момент такой психологический. Я знаю, что там Кузин Евгений идет туда, Глеб Жемчугов идет туда, старых участников. Они пытаются создать, вот когда вот я был, Кузин, Жемчугов, попытаются загнать туда этот состав. Вот. Ну, посмотрим, что из этого получится. Не знаю. Это, говорю, даже не за денег, это просто определенная вот эта ситуация, магия для человека, вот этот наркотик, тщеславие называется. Так, сейчас поверну, подождите, прочитаю что-нибудь. Так, ага. Так, поняла. Привет. Поржали. Что с лицом? Что-то опять у меня с лицом. А как плечо? Плечо лучше. Уже прям не, чувствую его, уже не болит. Но я его чувствую. При каких-то поворотах резких я чувствую его. Ну, слава богу, это был не перелом. Это какое-то, видимо, растяжение. Кость немножечко повредил кость. Так. Ты молодец, отвечаешь на все вопросы, потому что вас не так много, вас вот 45 человек, почему и на всех-то не? Есть такая возможность, будем 50 человек ходить. Костя, у тебя есть девушка? Конечно, есть, у нормального парня всегда есть девушка. Так и без отношений, я вообще уже в отношениях всегда. Так. Без старого состава, ну старый состав это какой? Все время говорят, что старый состав, а какой старый состав? Я типа тоже новичок, наверное. Это старый состав это когда вообще там, ну в основном там все такие люди, которые уже реализовались там. Ну вот не знаю, Кузин идет, ну странно очень для меня, ну идет, значит ему не хватило популярности. Так, приветик, приветствую. Куда едешь? Еду домой. Так, нужна дорога молодым, давать свежая кровь, нужна дому. Видите, сколько людей, столько мнений. Кто-то говорит старый состав, кто-то говорит, нужно молодым.
Томиском кормила, вот, прекрасная, великолепная девушка приготовила мне покушать. Золото просто. Бомж есть такое. Это да. Живешь один? Ну, нет, не один. Со своими мыслями. Паркуемся, паркуемся, паркуемся. Зуб сделай. Какой? Из? Понятно, торчит? Спасибо за совет. Вы великолепны. Что еще надо сделать-то? Мне сразу накидайте мне, пожалуйста. Все, готов. А, нет, кузин жемчугов и т.д. Так, здорово, братка. Чем занимаешься вообще ныне? Братка, да, занимаемся делами. Привет, привет. Носишь кольцо на мизинце? Я тоже ношу, только не на мизинце. Как мы с тобой похожи. Кузин, завидный жених, детей проставлял, понаоставлял, наверное. Я думаю, он за всеми следит, внимательно воспитывает, как может, по меру своих возможностей помогает. Он нормальный парень. Нет, он хорошо детей любит. А, летом газанем на трехе. Андрюх, конечно, летом на трехе. По-любому приеду на трехе. Было классно. Тогда обязательно сделаем, повторим. Было классно. У нас есть такое место, бухта Три озера. Очень красивая. Вода, конечно, прохладненькая, но безумно красивый пляж. И летом туда собирается весь Приморский край. Весь Дальний Восток, наверное. И там очень классно. И вот как-то раз мы тусанулись с Андрюхой Дубков офф. Это было великолепно. Оргазмически. Кузин женат, пусть сидит около Артемова, и все никак не набегается. Ну, не нам, как говорится, судить. Может быть, у них отношения закончились, но жизнь продолжается. Если жизнь продолжается, почему бы и нет? Боксом занимаешься периодами для себя любительски. А вообще, как бы, ну, раньше занимался. Даже несколько раз выступал даже на соревнованиях. А, Косян, привет, братик. Здорово, дружище, здорово. Как днюх отметил? Феерически, бомбически, великолепно. Прыгнул с тарзанки. А, покатался на мотоциклах. А, обошел все какие-то заведения, клубы Сочи почти. Куда пустили? Ну, пустили везде, но мы просто не везде успели, потому что пандемия, там некоторые до часа были, уже не получилось. Вообще было очень классно. День рождения отметил просто на удивление круто. Я думал, это будет не очень, а было прям очень круто. Я угарнула с выпуска детектора лжи. Чуев, конечно, долба еще тот. И так себе, друг. Почему долба? Чуев красавчик вообще, актерище. Выпуск серьезный. Я заманил ее жену и присоседил свои гены. Свое семя присоседила Андрюхина жене. Привет, Самурке. Амурка, привет. Как у вас дела? Почему ты так далеко? Хорошие мужики далеко. Я близко для всех вас. Всего лишь в Инстаграм. Тыкните меня в Инстаграме, и я рядом с вами. Они живут вместе с Артемом. Как отношения закончились? Это для вас они вместе, понимаете? Инстаграм — это только хорошие моменты зачастую. А жизнь-то мы не видим людей. Поэтому не нужно судить по Инстаграму, по телевидению. Все-таки, если он идет туда один, наверное, почему-то он туда идет. Значит, не так все хорошо. Логика, логика. Надо мыслить критически, понимаете? Не надо воспринимать все за чистую монету. Если вы видите улыбку в Инстаграме, возможно, возможно. Возможно. Все по-другому. Так. Костя, ты полгода назад рассказывал, что в планах заняться бизнесом на Южном побережье, как успехи. План был, я ремонтировал лодку, делал трал, чтобы ловить, морскую продукцию. Но я по срокам не уложился, и все перенесло на следующий год, на этот. А в этом году что-то энтузиазм уже пропал, другие какие-то цели, моменты. Вот, немножечко все по-другому. Скорее всего, тема умерла. Ну, у меня, во всяком случае. Посмотрим.
сторис с вопросами будет. А вы будете задавать вопросы, если я сделаю сторис? Я готов разобрать все ваши моменты, потому что чужой момент виден просто как чистый лист. Я вижу его и могу прочитать. Вернее, наоборот, наполненный буквами, и все могу рассказать, что у вас за проблемы. Когда в своей проблеме ты не можешь разобраться, мы все знаем, что чужую ты раскидаешь за 3.15 вообще просто. Поэтому следующий сторис будет о том, что задай мне вопрос, и я расскажу, что и как, и почему так поступают люди с тобой, и почему, и как ты должен поступить в той или иной ситуации. Следующий сторис об этом. Так, Костян, под глазами красно. Это нервы, друзья. Здорово, Костян. Сержу селфи. Друг, брат, товарищ, как у тебя дела? А, привет, 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 шестерки Арзм. Привет, сердечки какие, класс. Всем привет. Как, сынок, отношения? Сынок прекрасно, сынок классно. Я планирую его на майские праздники забрать в Москву, погулять, посмотреть. Он еще не был ни разу. Что с лицом, брат? Чё с лицом у меня? Чё у меня с лицом там? Что там с лицом у меня? Чё у меня там с лицом? Жарковато стало, честно говоря. Жопку отключить надо. Так. Где Чуй? Чуй на месте. Скоро едет Чуй на свою ферму в поселок, в город Елес, там поселок Черкасики, что-то такое там. Скоро будем пасти коров. Я подтянусь, будем делать барашков стричь и пасти коров. Я так понимаю, что детектор лжи – это цирк. Детектор лжи обмануть нельзя. Это настоящая правда. Когда Владивосток? Что за сердечки? Ты что, моя бывшая, что ли? Когда Владивосток, пока плохих планов нет. Летом. И такой ситуации в реале не было. В реале была ситуация. В реале. Сколько платят на детектор лжи? Вся информация конфиденциально. Это секрет информации. В директ не отвечаешь. У меня же есть девушка, я в директ не отвечаю, да. С кем видишься из дома 2? Вижусь, наверное, ни с кем. Но вот с Чуем видимся. С Барзиковым иногда созваниваемся. Конечно, будем. Ты в прошлый раз очень помог советом. Вот видишь. Ольга Андреевна говорит, что я очень помог советам. Это радует. Так что обращайтесь. На Дон-2 не собираешься? Собираюсь. Беру вещи и выезжаем. И даже в директ отвечал. Потому что важен был вопрос. Важен вопрос был. Я чувствую, что для тебя был важен вопрос. Я ответил чисто по делу. Никаких любовных не было передряг у нас с тобой. Или флиртов. Все по делу. Это же я. Это я же. Ты же? 666, ты же. Арнз. Ну, если это ты. Так, у меня тоже красный бывает. Ты точно знаешь, что от нервов. 100% знаю, что от нервов. Нормальное лицо, не слушаю никого. Я вас не слушаю никого, никого. Кость, привет, привет. Андреева. Андреева. Андреева? Андреева. А, чую сейчас в Майами, чую сейчас в Московской области, в Домодедово. А, чисто по делу, да. Сколько тебе лет? Эта информация тоже конфиденциальная, как и заработок на Первом канале на детекторе лжи. Все, отпишусь, разбил мое сердце, девушка у него есть. Нет! Нет, не отписывайся! Подписчики важнее, чем девушка. Не отписывайся от меня, нет. Береги до себя, не красней. Я буду стараться. Приветик. Арнас 95. Здравствуйте. Здравствуйте. В принципе, я ответил на все вопросы. На все, что смог. Всем пока и всего самого хорошего.